Арнамызға қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ал дәл қазір Томирис викториналық сұрақты айтсақ. Да, конечно, давай. Бірінші викториналық сұрақ ол қоғам назарынан тыс жерде ғана ең үздік өмір баяндар жазылады деген қанатты сөздің авторын атаңыз. Қайталап өтейін, қоғам назарынан тыс жерде ғана ең үздік өмір баяндар жазылады деген қанатты сөздің авторын атаңыз. Егер сіз бұл сұрақтың жауабын білсеңіз, біздің байланыс телефондарымыз 54-39-04. Хабарласыңыздар, біз сіздің жауаптарыңызды күтеміз. Итак, настало время озвучить первый вопрос нашей викторины. Он звучит именно так. Кому принадлежит цитата «Вдали от взглядов общества пишутся самые лучшие биографии»? Еще раз повторю. Кому принадлежит цитата «Вдали от взглядов общества пишутся самые лучшие биографии»? Если вы знаете правильный ответ, то звоните к нам в студию по номеру 543904. Мы с Аматом будем ждать ваших ответов. И обязательно в конце эфира мы подведем итоги и озвучим наших победителей. Я дәл қазір Томирис, арнамызға келген қонағымызбен таныс болсақ. Да, обязательно, с удовольствием познакомлю. У нас в гостях Елена Македонская, предприниматель, коуч и благотворитель. Доброе утро и добро пожаловать к нам в студию. Қайырлы таң, арнамызға қош келдіңіз. Доброе утро. Как ваше утреннее настроение? Замечательно. Отлично. Спасибо. И у нас прекрасное настроение, и мы готовы начать интересную беседу. Сегодня у нас такая тема, довольно-таки очень важная, это благотворительность. Давайте немножечко сначала вы расскажете о себе, а затем мы перейдем к благотворительности. На данный момент я являюсь предпринимателем. Угу. У меня собственный бизнес, несколько видов бизнеса, это ТО и ИП. Угу. Вот также мы занимаемся благотворительностью сообщества предпринимателей. Мы каждый месяц помогаем, собираем по определенную сумму, угу, и помогаем нуждающимся. На Новый год, например, мы помогали детям, малоимущим, ну и так далее, тому подобное. Угу. А вообще, что для вас значит благотворительность? Ну, для меня благотворительность, в первую очередь, это добро. Добро, угу, которое ты несешь другим людям. Угу. Как вы считаете, почему сейчас благотворительность, она очень актуальна становится в нашем городе и набирает обороты? Я думаю, что это очень важно, что сейчас увеличивается количество людей, которые хотят помогать друг другу. Ну, я думаю, люди как работают, да, например, зарабатывают, угу, деньги, угу, те же предприниматели, большие организации, до определенного уровня они дорабатывают, и потом им охота это отдавать, угу, ну, то есть кому-то помогать. И наступает такой момент, когда ты хочешь отдавать и помогать. У некоторых это изначально идет, например, как у меня. Угу. Я, например, с детства у меня было, я всегда любила подарки дарить, да, не столько получать, а сколько дарить больше. Угу. То есть вы считаете, что это нужно и прививать, да, я думаю, что из детства, да, потому что зависит и от воспитания в семье. Если ребенка будут учить того, что нужно делиться, к примеру, игрушками, да, дарить подарки больше, чем любить принимать их, это тоже повлияет на, в принципе, на отношение к этому во взрослой жизни. Да, да, конечно, угу, с вами согласна полностью. Какие мероприятия вы проводите и как вообще идет работа по благотворительности? Мы проводим, ну, то есть ежемесячно, угу, я уже сказала, у нас есть сообщество предпринимателей, мы, угу, собрались, определенную сумму, ну, каждый выделяет определенную сумму, которая ему посильна. И в конце месяца, сейчас очень популярный мессенджер, да, чтобы не встречаться, мы в мессенджерах обсуждаем. У нас предлагают ребята несколько вариантов, кому, угу, мы можем помочь. Будь то какие-то, ну, заболевания, да, что мы можем помочь, выделить деньги на операцию, помочь. Угу. Либо будь то, например, на Новый год вот мы ездили, наряжались в костюмы Дед Мороза и Снегурочки, закупили подарки для детей. И вот по городу ездили, несколько семей поздравили, подарили подарки, угу, также родителям денежную помощь отдали, да, то есть вот таким образом происходит все. Угу. Людей очень много, которые нуждаются в помощи. Как все-таки проходит этот отбор? Мы это согласуем все вместе, то есть более кому необходимо в первую очередь смотрим, например, у кого-то ближе дата операции, например, или вот мы помогали в декабре, им нужны были дрова, то есть, соответственно, зима на улице, мы не можем сейчас помогать людям, которые, ну, летом нужна будет помощь, да, мы помогли им, потому что им в первую очередь необходимо, потому что нечем топить там дом, да, поэтому мы купили дрова и помогли им дровами.
А как вы считаете, в нашем городе, насколько это сейчас популярно и насколько это люди воспринимают положительно? Но я считаю, достаточно популярно, потому что часто вижу и в соцсетях, и по телевидению, что проходят какие-то благотворительные ярмарки, концерты. То есть люди сейчас уже более развиты в этом, да, и более стремятся помогать другим. А принимают ли участие молодое поколение в помощи? Да, потому что, вот, например, детский дом творчества, там постоянно проходят концерты, и там, соответственно, выступают детки. То есть с детства им прививается уже, что вот они выступают на благотворительном концерте, не просто на концерте, а на благотворительном. И им уже объясняют, да, что благотворительный концерт – это помощь другим детям там, или взрослым, ну, и так далее, и тому подобное. Лена, вы говорили о том, что существует сообщество предпринимателей. Да. Все-таки, если, например, сейчас зритель увидел и тоже хочет принимать участие в помощи, как вас найти и как присоединиться к вашей группе? Да, у нас есть страничка в Инстаграм, она называется «Неравнодушные люди к СТ». И логин, по-моему, просто неравнодушное, нижнее подчеркивание, КСТ. Можно туда присоединиться, написать в дайрект, и у нас там есть девушка, которая за все это отвечает, то есть за сам Инстаграм, и она скажет, куда, что и зачем. Отлично. Лена, немножечко прервем нашу беседу, у нас есть звонок, давайте его примем. Доброе утро, вы в прямом эфире. Хайрл Танкс, из эфира Десис. Доброе утро. Доброе утро. Тамирис, Самат и дорогие гости, и стране доброе утро, Казахстану. Вас приветствует Качар. Я вот слушаю женщину, которая у вас в гостях, и радуюсь вот ее успехам, ее добротой. И хочу вот именно, пусть вот год начнется у нас с доброты, вот, пусть будет больше таких добрых и красивых людей, потому что добрый человек, он душою красив, он вообще всем красив, он привлекает к себе только добро. Пусть я для нее прочитаю, вот и для всех, кто с добротой живет, стихотворение свое. Доброту не купишь на базаре, искренностью песни не займешь. Доброта дается от рождения, как цвет кожи, глаз или волос. Сделать доброту приобретением никому еще не удалось. Доброта передается по наследству, так же, как похожие черты с генами другими по соседству, закодированные гены доброты. И не так уж трудно догадаться, у кого в натуре доброта. Просто он не станет похваляться, что кому-то сделал и когда. Просто он живет так, как умеет, по-другому не умея жить. Всех своей лаской обогреет, а обидит может защитить. Раздавай по крупице, по капельке все, что доброе в жизни встречается. Жизнь имеет особенность странную, что отдашь, что тебе возвращается. Вот так, мои дорогие, надо делиться. Вот, вот добрая душа, красавица сидит она, очень добрая. Здоровья тебе и всего самого хорошего. И вам счастья всем за то, что вы... С вашей программой можно выразить все то, что хочется. Вот. И вы радуетесь нашим успехам, мы вашим. Спасибо вам. Спасибо большое вам за звонок, за такие прекрасные строки. Действительно, каждый человек должен делиться, а если у вас есть возможность поделиться чем-то с окружающими, нужно обязательно это делать. И человек всегда красив не только внешне, но самое главное, он должен быть красив душой. Дальше продолжим нашу беседу. Елена, были ли у вас мысли, чтобы проводить различные мастер-классы именно для молодого поколения, для того, чтобы прививать, именно делиться, быть добрым человеком? Ну вот на данный момент сейчас, да, мы готовим проект большой, который состоится 6 марта. И именно там мы вот внедряем мастер-классы для детей. И то есть это будет благотворительный проект, это, об этом будет говориться, что это благотворительный проект, куда деньги пойдут, зачем это делается. И как раз-таки там будет детская аудитория и мамочки, и детям будет объясняться это все в процессе мастер-класса самого. То есть будет об этом рассказываться. Так, немножечко поподробнее об этом проекте. Как он называется? Какая самая главная цель? Это называется «Благотворительный день». Он пройдет 6 марта в Тута-Крута с 3 часов дня до 9 часов вечера.
Будут проводиться различные мастер-классы, такие как два кулинарных мастер-класса. Угу. Будут это веселые ежики и хот-дожки. Потом будет мастер-класс по слаймам, то, что сейчас очень популярно у детей, слаймы. Будут также рукодельные мастер-классы, изготовление из фетра, из цветной бумаги, раскрашивание гипсовых фигурок будет. Будет еще 3D-моделирование, это больше интересно мальчикам. Угу. Из бумаги будут моделировать различные фигуры. Вот, а также будет шоу-программа от аниматоров, входить будет шоу «Мыльных пузырей», «Сильвер-шоу», аниматоры, ну, то есть развлекательная программа для детей. Вот, и, собственно, все собранные деньги пойдут в фонд девочки Бычихиной Таисии, которой мы сейчас помогаем, у нее операция 15 марта в Израиле. Ей нужно было собрать сумму 48 800 долларов, то есть это нашими 19 миллионов. Большая часть суммы уже собрана, остался 1 600 000 всего лишь. И сейчас, вот последние недели, очень сложно идет сбор. Вот. И этим самым мы хотим помочь именно ей. И администрация тут круто, а также многие другие предприниматели, которые будут проводить мастер-классы. И также кто помог нам сделать репост, да, этой информации, они нас поддержали. И администрация тут круто, все собранные деньги, всю свою выручку за этот день отдаст тоже в помощь Таисии. Как отлично, действительно, уже собрана, да, большая часть суммы, и это очень радует о том, что люди, они помогают, хотят помогать, и это хороший метод для того, чтобы, да, вот вы сказали, различные для детей шоу-программы, это то, что интересно, и как раз придя туда, можно принести пользу для девочки. Это отлично, спасибо вам большое за то, что вы проводите вот такие вот мероприятия. Немножечко прервем нашу беседу и посмотрим рубрику, которую приготовили наши коллеги. Я хурметті көрермендер, кезекті әртестеріміздің жасаған келесі айдарына береміз. Испания. Каждый слог отзывается внутри нас мелодичными гитарными аккордами, кружит голову ритмами фламенко. Пожалуй, редко какая страна может похвастаться таким обилием колоритных, отражающих ее суть особенностей. Площадь Испании 504 782 километров квадратных. Столица Испании – город Мадрид. Денежная единица – евро. Население Испании – 40 миллионов человек. Языки Испании – это испанский и английский. Религия – католицизм. ВВП Испании составляет 15 тысяч евро на душу населения. Отдельного упоминания заслуживает испанская кухня, причем современная ее вариация коренным образом отличается от старой, исконной, по-крестьянски простой и вкусной. Зелень, козий сыр, тапас, свежий фермерский хлеб, оливки, блюда из рыбы – все эти вкусности повсеместно можно отведать в любом ресторанчике. Ну и, конечно, Испания – это Мадрид, столица, административный центр, да и просто один из красивейших городов во всем мире. Королевский дворец 17-го столетия, площадь Пласа Майер и ее 136 зданий в стиле барокко, часовня Святого Антония, оформленная росписями кисти Франциско Гоя. Арена для боя быков – эти знаменитые достопримечательности Мадрида собирают тысячи восхищенных туристов. Чтобы отдых в Испании принес удовольствие и приятные воспоминания, стоит заранее спланировать отпуск таким образом, чтобы погодные условия помогали, а не мешали вам. В зависимости от того, хотите ли вы увидеть как можно больше достопримечательностей Испании, заняться пешим туризмом или просто поваляться на пляже, стоит подбирать и сезон для поездки. И главное, не забудьте хорошее настроение. Всем удачного путешествия! Арнамызға қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Ал дәл қазір викториналық сұрақты қайталай өтсек. Қоғам назарын тыс жерде ғана ең үздік өмірбаяндар жазылады деген қанат сөздің авторын атаңыздар. Егер сіз осы сұрақтың жауабын білсеңіздер, біздің байланыс телефондарымыз 54-39-04. Хабарласыңыздар, біз сіздердің жауаптарыңызды күтетін боламыз. Итак, кому принадлежит цитата? Далее от взглядов общества пишутся самые лучшие биографии. Кому принадлежит цитата «Вдали от взглядов общества пишутся самые лучшие биографии»? Звоните нам по номеру 54-39-04, мы по-прежнему ждем ваших правильных ответов. Но мы продолжим нашу беседу и говорим мы сегодня о благотворительности. Елена, насколько подобные мероприятия
воспринимают жители нашего города? Насколько положительно? Ну, я думаю, что положительно, потому что, когда проводятся такие мероприятия, очень много народу приходит, даже те же ярмарки, да, возьмем, где продают наши рукодельцы города свои изделия, и люди, покупая это изделие, передают деньги в фонд, да, благотворительный. То есть этим самым они отзывчиво относятся к таким мероприятиям. А какие ваши дальнейшие планы относительно данных подобных мероприятий? Дальнейшие планы, ну, также у нас и останется, что мы будем раз в месяц помогать кому-то. И плюс еще провести благотворительные акции, большие, крупные, уже масштабные, вот как в «Тут так круто», например. Немножечко прервем нашу беседу, у нас есть звонок, давайте его вместе примем. Доброе утро, вы в прямом эфире. Кайрл Танг, сіз эфирдесіз. Кайрл Танг, саламатсыздар. Доброе утро. Таңғы көңіл күйіңіз қалай, есіміңізді атап өтсеңіз? Таңғы көңіл күй жақсы, есімім Мұрғызы, Қосрайдан. Сізге викториналық сұрақты қайталап өтейін. Қоғам назарынан тыс жерде ғана ең үздік өмір баяндар жазылады деген қанатты сөздің авторын атаңыз. Француз жазушысы Августа Кури, сол покупатель мечты, тағы басқа кітаптардың авторы, Августа Кури. Біз сіздің жауабыңызды қабылдаймыз. Бағдарламамыздың соңында жеңімпазды анықтайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз. Ну что ж, спасибо большое вам за звонок. Мы приняли ваш ответ. Обязательно в конце эфира мы с Аматом подведем итоги нашей викторины и озвучим наших победителей. Мы продолжим нашу беседу. Какие вы можете дать советы именно тем, кто только начинает идти и помогать другим людям, то есть встает на путь благотворительности? Ну, совет – делать это все от доброго сердца, в первую очередь. Потому что, когда делаешь от доброго, то оно и помогает. Ну, и начинать можно с самых малых сумм, будь то 100 тенге или 200 тенге, это не важно. То есть, когда помогает очень много людей, эти суммы складываются в одну большую. И поэтому начинать с малого и с добрым сердцем. А вот с какими трудностями вы сталкивались для того, чтобы сейчас вы расскажете, да, и человек послушая, и уже не будет делать такие ошибки? Ну, в основном трудностей нет в благотворительности. Единственная организация, то есть сама организация, это очень сложно, ну, не сложно, скажем, да, так, ну, занимает время определенное, нужно со всеми договориться, всех обзвонить, ну, как организовать все. То есть самый момент – это организация, а все остальное, в принципе, проходит легко, и люди всегда отзываются с радостью, помогают. Еще раз позовите всех жителей нашего города на данное мероприятие, чтобы помочь другим людям. Мы приглашаем всех 6 марта в «Тут так круто» на мероприятие «Благотворительный день», которое пройдет с 3 часов дня до 9 часов вечера. Будем всех ждать, будем всем рады. Приходите, помогайте другим. Спасибо большое, Елена. Мы хотим вручить вам вот такую вот замечательную книгу. Оставьте свои пожелания нашему телеканалу. Держите. Ну, а сейчас спросим ваши утренние пожелания нашим дорогим телезрителям. Самое главное – здоровье, чистого неба нам всем над головой в нашей стране, добра и всего-всего самого наилучшего. Спасибо большое вам за то, что пришли к нам в студию, за такую интересную беседу. Мы желаем вам для того, чтобы ваши все цели обязательно осуществились. И давайте все будем делиться своим добром и дарить настроение прекрасное, улыбку. Ведь вы вот таким вот способом дарите радость всем-всем людям, которые в этом нуждаются. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Ну что ж, дорогие телезрители, а сейчас для вас прекрасная музыкальная композиция. Я құрметті көрермендер, кезекте әсем әуенге береміз.
бүгін соңғы рет кетем өзіңнен. Қимас бір сезім көрем көзімнен. Балаған күнім әппі қарайға келгенше қайта. Өзіңсіз қалай бағым жайқала, өзіңсіз қалай жаным жайта бар. Көп алаңдама, жабығып күнім, оралам саған, сағынып бір күн. Уәде бер маған, қайта оралғанша, күтем деп аңса, жанар талғанша. Жатақханадан бөлмелер жалға беріледі. 22-26-90. Хостел жалға беріледі. 22-26-90. Телеарнаға инженер қажет. Жоғары немесе орта радиотехникалық немесе компьютерлік білім. ТВ және компьютерлік жабдықтарды жөндеу дағдылары. Тағылымдама. Түйіндеме міндетті. Телефондары 8-714-2-54-12-15. Әл-Фараби даңғылы 126. Кристалды особая таза суы өз денсаулықтарын ойлайтындарға арналған. Анықтама телефоны 28-75-05, 8-701-027-69-91. Сондай-ақ Рудный қаласында да жеткізу. 8-714-31-6-50-90, 74-705. Сдается хостел 22-26-90. Требуется инженер на телевидении, высшее или среднее радиотехническое или компьютерное образование, навыки ремонта ТВ и компьютерного оборудования, стажировка, резюме обязательно, 54-12-15, проспект Аль-Фараби, 126. Сдаются комнаты в общежитии, телефон 22-26-90.
Кристально чистая вода особая для тех, кто заботится о своем здоровье. Телефоны для справок 28 75 05 8 701 027 69 91. А также доставка в город Рудный 8 714 31 650 90 74 705. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Құрметті көрермендер, біз тікелей желдеміз. Біздің байланыс телефондарымыз 54-39-04. Бізге хабарласыңыздар, таңғы көңіл күйлеріңізбен бөлісіңіздер, немесе викториналық сұрақтарға жауап беріңіздер. Біз сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Мы снова говорим всем доброе утро. Всем тем, кто только что проснулся и включил наш телеканал, мы желаем вам хорошего дня и отличного настроения. Хочется напомнить, что мы работаем в прямом эфире, номер студии 54-39-04. Звоните нам, делитесь своим прекрасным настроением, задавайте вопросы гостям, а также участвуйте в нашей викторине. Ал дәл қазір арнамызға келген қонақтармен таныс болсақ. Есенбекова Айсауле Абдешқызы, Шаңырақ жастар театрының режиссері. Және Төлеген Қаракөз, Сұлтанбек Жәнібек, Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің студенттері. Қайырлы таң, арнамызға қош келдіңіздер. Доброе утро, добро пожаловать к нам в студию. Таңғы көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Жүгіріп бергеніміз болды, жақсы. Отлично. Ең алдымен осы жастар Шаңырақ театрының тарихы жайлы айтып өтсеңіз. Қашан құрылды? Енді Шаңырақ жастар театры негізі жас өркен болып құрылған 2001 жылы. Одан кейін 16 жылы, 2016 жылы Шаңырақ жастар театры аты өзгерді. Әрине де бұл жастар театрынан түлеп ұшқан жастардың саны өте көп. Бәрі де өзі енді үлкен орындарда жұмыс істейді, өзінің орнын тапқан жастар. Енді қазіргі жастарға келетін болсақ, қазір труппаға 30 баладай қатынасады, бірақ енді оның ішінде әлгі спектакльге қатынасып, кәдімгі действующий дейді ғой, іс-әрекеттің несіндегі жүргендер 22 бала. Енді біз мысалға биыл 18 жылы Ильяс Есенберлиннің ғашықтар спектаклін қойдық. Сонымен қатар Баян Сұлу күніне байланысты жүрегім сен ғашықтар деген сондай бір названиемен лирикалық, поэтикалық сондай кештер ұйымдастырдық. Ал енді сол 18 жылдың аяғында желтоқсанның 27 жылдығына байланысты Мағжан Жұмабаев туралы сосын 86 жылы Алматыда көтерілісті бастап, сонда бір осы ұлттың негізгі мақсатына жетуіне нүкте қойған желтоқсан оқиғасына құрылды. Әрине енді Мағжан Жұмабаевты білесіздер. Ол 1893 жылы 25 июньде дүниеге келген. Ол енді көптеген енді бұл ағын, бұл тек қана әлгі статья жазып басқа немен айналысқан емес, бұл негізі бірлік деген сондай бір үлкен сол мезгілдегі бір саяси ұйымдарда болған, кейін Алаш партиясының ұйымына кірген, бірақ Алаш партиясының ұйымынан кейін шығып кеткен. Ал енді бұл түрік әлемін өте жақсы зерттеген ақын, сосын өзінің тілі де өткір сондай бір халықтың халыққа жан ашитын, сондай бір халықтың жетіспей жатқан шақтарын сынап, сондай бір бұл заман сұм заман, бұл заманға кім төтеп береді деген дей, сондай бір идеяда, сондай бір тақырыпта бір өлеңдері бар бұл ақынның. Негізі жан дүниесіне шыңғырып, бұл қазақ жастарының, қазақ халқының, жерінің, ұлттың соның қасіретін ойлаған ақын негізі. Бұл сонымен қатар бұл түрік әлемін зерттей отыра, бұл мектепте оқитын балдарға кітаптар жазған білім жөнінде. Сонымен қатар бұл енді бірінші рет бұл сондай ұйымның мүшесі деп бұны соттаған, енді арестовать етеді, өмізгілді тұтқындаған. Тұтқындағанда сол 10 жылға тұтқындағаннан кейін бұны Максим Горький уақытынан ерте босаның шығуына септігін тегізген.
Сонымен қатар бұрында Сәкен Сейфуллин, Міржақып Дулат, Ахмет Байтұрсыновтар мен жүнгілес болған. Олармен бірге сондай бір... Сосын Бейімбет Майлинмен де тығыз байланысты болған. Негізі Бейімбет Майлин мына жазушылардың негізгі аяғынан тұрып кетуіне оларға бір соған бір үндестік таусыларға бір жол көрсеткен негізгі біздің жазушымыз, ақынымыз болып табылады. Енді сонымен қатар енді Мағжан Жұмабай туралы көптеген статьялар жазылады, бірақ неге екені белгісіз, бұл кісі туралы өте аз информация, өте сондай бір не жиынтығы аз. Сонымен қатар екінші рет бұл кісіні 1937 жылы тағы да отырғызады. Одан кейін бұл сол кеткеннен шықпайды. 19 март күні 38 жылы бұл кісі атылады. Әрине енді бұндай жағдайды көптеген біздің ірі тұлғалар өзінің басынан кешті. Ахмет болсын, Міржақып болсын, Сәкен Сейфуллин болсын, Илья Жансүгіров болсын, кім деген болсын, көптеген біздің беткұстар тұлғаларымыз сондай қиындықтар көрді. Себебі олар көбіне шындық айтамын деп ол сондай жағдайға сұраған. Ал енді сүйде отыра 1988 жылы Міржақыптың ешқандай халыққа деген зияны жоқ екен, оның халық жауы деп соттаған мен оның ешқандай шындығы табылмағаннан кейін 1988 жылы бұны ақтап шығады. Мені осындай қысқаша бір өмір баяны кімнің, Мағжанның. Әрине енді бұл енді бір өте сондай өткір характерлі, өткір мінезді, айтатын, тік айтатын сондай бір терең ойлы сондай ақындардың біреуі. Осы жақын арада Астанада фестивальға қатысып, жүлделі орындармен оралғандарыңызды естідік. Сол фестиваль жайлы айтып өтсеңіз. Енді Мағжанның рөлін өздеріңізге де осы передачаға осы неге келіп жүретін Әлішер Шаймағанбет Дарханұлы ойнады. Сонымен қатар мына отырған қасымдағы жастар да, сосын басқа да рөлдерде ойнаған жастар бар. Әрине, бұл аграрлық мемлекеттік университеттің рухани жаңғыру деген бағдарламасына байланысты, биыл енді жастар жылы ғой, соған байланысты осындай әрбір білім ордасындағы жастар театрының бас қосуы фестивалі болды. Әрине, бұл енді жастар театры, бұл негізі өзекті мәселе негізі. Жастар театры бұл тұлғалардың жаңада мына оқып жүрген студенттердің тұлға болып қалыптасуына, олардың өмірге деген көзқарасын өзгертуіне, өзінің өмірге деген ойын тереңдетуге өте ықпалы терең. Сондықтан осындай фестивальға барып қайттық, онда 5 театр қатынасты. Соның ішінде біз екінші орын алып өзіміздің елімізге оралдық. Отлично, мы вас поздравляем. Рахмет. Ребята, я думаю, что вы тоже расскажете нам немножечко о себе и поделитесь впечатлениями. Бұл республикалық конкурс Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде республика бойынша тұңғыш рет өткізіліп жатқан конкурс болды. Бабалар мұрасы ұрпаққа аманат деген. Біз бұл конкурсқа Мағжан Жұмабаев жайлы Абақты ғұмыр драмасын алып бардық. Барлығы 5 қаладан 5 театр қатысты. Конкурс өте жоғары деңгейде өтті. Студенттердің барлығына ұнады. Бұл жерде жаңа театрлардың арасында ешқандай бәсекелестік болған жоқ. Барлығы бір-бірімен достар ретінде араластық. Және де арнайы күміс алқамен марапатталдық. Жалпы бізге қатты ұнады конкурс. Отлично. Қайырлы таң демекші, Қазақстан Қостанай көрермендеріне қайырлы таң тілеймін. Күндеріңіз сәтті өтсін. Осы спектакльға келетін болсақ, Астана қаласында өткен Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінде болған спектакль туралы айтатын болсам, бұл спектакль өзіме бірінші рет қатысып тұрсам да өзіме жақсы ұнады, керемет. Керемет деңгейде өткен жарыс. 5 қаладан 5 театр келіп өнерін көрсетті. Бәрі өзімнің көңілімнен шықты. Соңына келетін болсақ, екінші орын алып, өзіміздің қаламызға абыроймен келіп.
Сондай жетістіктерге жеткенімде қуаныштымын. Расскажите нам, как готовились к конкурсу? Енді конкурсқа енді әрине дайындық өте тығыз болды. Біздің енді былай қарағанда дайын спектакль деп ойлайды, ең негізінде, бірақ енді фестивальға баратын мезгілде енді адам кішкене бәрі де бір жағынан аттестация болып жатыр, бір жағынан енді оқу болған солай ғой, тығыздау. Не дегенмен де жастар өзінің рөлдерін, өзіне берген тапсырманы дұрыс деңгейде орындап шықты. Сонымен қатар ол неде аграрлық государство мемлекеттік университеті өте жақсы дайындады. Мысалы біздің Қостанай мемлекеттік университетінің ректоры Алма Ергебаевнаның қолдауымен жастар сондай бір бұл кісінің қолдауының арқасында сондай бір көңілі көтеріңкі біздерді не дегенмен біздің басшымыз қолдайды екен ғой деп сондай бір қуанышты сондай бір жақсы екпінмен барып қайтты. Әрине біздің басшымызға Алма Іргебайқызына өте рахметімізді айтамыз. Жастарды қолдағанына, жастар жылына байланысты ол кісінің жастардан үлкен бір үміт күтетіндігіне біз өте ризамыз. Жастар да өте риза. Ал енді дайындық жаңағы мемлекеттік университетінің несіне келетін болсақ, олар бізді қарсы алды. Әрбір жататын жерімізге автобусын алып келіп, алып кетіп, сондай бір жақсы бір сыйластық қасиетте болды. Енді жаңағы кім қарагөз айтып кеткендей, бұнда бір керемет бір әлгі профессионалды жағына тартыс болған жоқ. Негізі әрбір білім ордасындағы жастардың бір-бірімен үндестік табуы, бір-бірімен собеседование, бір-бірімен кездесу, танысу, бір-бірін білу деген сондай бір жақсы бір қарым-қатынас болды. Отношение болды, дружеское отношение болды. Соған қарағанда бұндай фестивальдер керек деп ойлаймын негізі. Жастар бір-бірін білсе, ертең мүмкін бір мемлекетті ел бір жұмыс жаса да бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болса, ол жақсы емес пе? Сондықтан да бұндай фестивальдердің жастарға өте керек деп ойлаймын негізі. Отлично. Немножечко прервем нашу беседу и посмотрим рубрику, которую приготовили наши коллеги. Я кезекті келесі айдарға береміз. Казалось бы, просто бумага, а сколько пользы может принести? Сегодня мы вам расскажем 3 лайфхака с бумагой. С помощью бумаги вы легко сможете открыть бутылку, не боясь пораниться об острые краешки. Хотите развлечь ребенка, добавить мелкой моторики и развить ловкость вашего малыша? Делайте вертолетики. Просто выполняйте то, что показано на видео. Вертолетик готов. Совсем не обязательно идти в магазин канцтоваров, чтобы приобрести закладку для книги. Мы рекомендуем изготовить закладку для книги своими руками. Возьмите небольшой квадратный лист бумаги и сложите его так, как показано на видео. Сделать подставку для телефона легко. Вам опять же просто понадобится бумага. Возьмите лист бумаги и сложите его так, как показано на видео. Подставка готова. Теперь можно с удобством в любом месте смотреть любимые программы и не затрачивая на это дополнительных средств. Надеюсь, все наши советы вам понравились и будут полезны. Удачного дня, хорошего настроения и больше креативности! Я құрметті көрермендер, біз тікелей желдеміз, біздің байланыс телефондарымыз 54-39-04, бізге хабарласыңыздар, таңғы көңіл күйлеріңізбен бөлісіңіздер. Және викториналық сұрақтарға жауап беріп, сыйлық ұтып алыңыздар. Ал дәл қазір біз әңгімемізді одан арқарай жалғастырсақ. Осы театр саласында жұмыс істеп жүргеніңізге қанша уақыт болды? Қиын ба жалпы осы театр саласында жүрген? Театр саласында енді негізі
өнер саласын қиын дейді ғой, бірақ енді менімше ол әрбір адам өз мамандығы болғаннан кейін оның қиындығы да жақсы болды, жамандығы да бәрі де болады. Қайбір мамандық болмасын, бәрінің өзінің своя трудности бывает, солай емес пе? Сондықтан да мен қиын, мен жұмыс істей алмаймын деген ондай ойда емеспін негізі. Қанша қиын болса да, қанша не болса да оны жұмыс істеуге, оны әрбірді дамытуға мен тұрсам. Мен негізі жұмыс істеп еңбек етіп жатқаныма 45 жыл болады. 45 жылдың ішінде мысалы Атырау театрында мысалға спектакльдерде героиняларды ойнадым, мысалға Арқалық театрында да ойнадым спектакльдерде. Негізі мен өлеңді де жақсы айтатын адаммын мысалға қарағанда. Сосын мынау негізі театрда болғаннан кейін жан жақты болу керек. Өлеңді айта білу керек, көркем сөзді оқуың керек. Сахнада қозғалыстардың бәрін өзің жасауың керек мысалға. Сосын сахналық қозғалыстарды қалай істейді, соның бәрін мына жастарға үйретіп, соны әрі қарай дамытып кеткен адаммын. Енді қайдан білейін, енді көпшілік айтады ғой, театр өнері қиын деп. Негізі жеңіл ештеңе болмайды ғой өмірде, солай емес пе? Бәріне де шыдау керек, еңбек еткің келе ме, өмір сүргің келе ме, өмірмен күресе білуің керек. Қандай қиын болсын, сенің күнделікті жағдайыңды ешкім жасап бермейді. Негізі өмірде бәрінде шешетін еңбек қой. Все решает труд. Если труд есть, не будешь, ты зачем тогда вообще бұл өмірге келдің? Солай емес пе? Сондықтан да мен жастарға, жастар театрындағы балдарға айтамын, еңбек шешет бәрін. Әлгі бір жерде бірдеме бар, барсаң түкте жоқ дегенде, ол жайдан жай еңбексіз ештеңе болмайды. Мысалға енді қазірде елімізде бір көп жағдайлар болып жатыр ғой, мысалы көп балалы аналарда үй сұрап жатыр, басқаларда үй сұрап жатыр. Әрине мен көп балалы аналарға қарсылығым жоқ, бірақ барлық адамзат дүниеге келгенде еңбек ету керек. Мен мысалға көбіне мына жастардың өміріне кішкене жүрегім ауырады. Олар ерте мамандық бітірді, оларға кім үйін дайындап беріп отыр? Бұлар өмірге, бұлар біздің келешегіміз ғой. Бұларға көбірек жағдай жасауымыз керек біз. Әрине енді семьяда болған аналарға, олар да енді өмірге қалай келді, да? Олар өзіне өзі есеп беру керек, мысалға қарағанда. Есепсіз ештеңе жоқ. Ол дүниеге сәби әкелдің бе? Соның өміріне сен жауап беруің керек. Сен үшін бүкіл ел жауап беруге тиісті емес, былай қарағанда. Әрине енді бір апатты жағдай болса, әрине бүкіл қауымда көмектесуіміз керек. Онда бүкіл халықтың жағдайы бәрімізге ол ортақ қайғы сияқты болып көрінеді. Ал енді жеке адам, мен семьяда осындай едім, маған бесплатын үй беріңдер, мен солай деп, сондай адамдармен кішкене түсінбеймін. Олар енді мысалға Астана болсын, қай қала болсын, сол оқиғаға дейін мысалға да қанша халық мысалға үйдің кезегінде тұр. Сол адамдардың тағдырын ысырып қойып, басқаларға қарата жол береміз деген кішкене қиындау сияқты болып көрінеді. Әрине ретін тапса істесін, бірақ енді оны ұмытпауымыз керек. Ол келетін ақшаның да жағдайы, қаржы жағдай бүкіл елдің налогынан шығатын зат. Сондықтан да кішкене халықтың басына үйіп қоймай, кішкене ойланғандар дұрыс шығар деп ойлаймын негізі. Хочется задать вопрос ребятам. Сколько времени вы в театре и есть ли у вас в планах связать свою жизнь именно с актерской деятельностью? Мен театрға ваш бірінші курсқа келген болатын. Шаңырақ жасы театр ашылған кезде был 3 жыл болды театрға үзбей қатысып келе жатқаныма. Болашақта әрине театрмен өмірімнің қатысты болған қалаймын. Негізі алғашқыда театрға қатысам деген ой болған жоқ. Осы Қостанай мемлекеттік университетінде Шаңырақ жастар театры ашылайын деп жатыр екен деген кезде бар бағымды сынап көрген болатынмын. Кастингтен өттім. Содан бастап қалған емеспін. Және театр саласы өте қатты ұнайды. Жалпы болашақта көргім келеді өзімді театрда. Мен құдай қалап осы жылы университет қабырғасына түсіп, осы университетімізде жастар театры бар екенін естіп,
театрға келдім. Мен театрға келгеніме көп болған жоқ. 4-5 ай болып қалған шар. Театр маған есімен ұнады. Біз мектепте жүрген кезде, бізде мектептің атынан мынау Қазақ драма театрына спектакль көрсетуге балалармен жіберетін. Сол кезде өзіме қандай да бір құштарлық па, сондай бір сезім болатын театрға деген. Содан бастап осындай спектакль болатын болса қалмай баруға тырысамын. Осы Шаңырақ жастар театрына келіп қосылғаныма өкінбеймін. Апай айтып кеткендей, театрдағы адам жан-жақты болу керек деді. Я апайдың сөзіне қосыламын. Театрға барыңыздар, спектакль көріңіздер. Отлично. И хочется послушать отрывок из вашего любимого произведения. Сабақ тоқмұртамай, а? Отырып көрсеуірсен болу. Бұл екінші көрініс, яғни Мағжанның түрмеге түсетін сәтінен бастайды. Бір жалпымен түсіндіріп өтейін, менің негізгі ойнаған рөлім Мағжанның ішкі жан дүниесі. Ақ елесін рөлін ойнадым. Хош, бақты бастайды. Негізі бұлай бастайды, нет? Бабырса кіріп бастай берейін. О, Мағжан, Мағжан, сен бірге сері асау едің. Ақынмын деп, асып-тасып сөйлеуші едің. Мене, мене бұл өмір, Мағжан. Есіңді жұйып, тәуеңе келдің бенді. Мұна өмір тәуесіне келтірді ме сені, Мағжан? Отлично. Вот как меняется сразу голос, да, как вы входите в роль, это отлично. Просим вас тоже исполнить отрывок. Менің ойнаған рөлім 86-шы жылғы қозғалыста айрықша көзге түскен Қайрат Рысқұлбековтың рөлі. Апайдың айтқанынша ойнап шықтым деп ойлаймын, әрине қобалжу болады, сонда да өзім ойымша жақсы алып шықтым. Айтатын болсам, күнәдан таза басым бар, 21-де жасым бар, қасқалдақтай қаным бар, бос торғайдай жаным бар, алам десең алыңдар, Қайрат деген атым бар, Қазақ деген затым бар. Еркек тоқты құрбандық, атам десең, атыңдар. Отлично, спасибо большое вам за такое вот исполнение. Действительно чувствуется, что вы входите в роль, и я думаю, что это очень сложно выучить слова, изучить своего героя, показать его все качества и все его, все передать все его настроение. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Мы очень рады, что вы пришли и поделились с нами радостью. Мы это с вами разделили. Мы желаем вам, чтобы это было только вашим началом. Еще много-много побед вас ждет впереди. И хочется вручить вот такую вот замечательную книгу. Оставьте свои пожелания нашему телеканалу. Но сейчас просим ваши утренние пожелания нашим телезрителям. Пожелание этого лайвенда. Енді биылғы жыл жастар жылы деп атыр ғой, сондықтан да жастардың жолы ашық болсын. Жастар тек мынаны ұмытпау керек, жаңа мен айтып кеткендей, еңбекпен келеді бәрі, еңбек ету керек, ерінбей еңбек етіп, ерінбей білім алып, сол өзінің мамандығының әр қарата бір өзінің отанына деген бір жақсылық қасиетін, соған пайдасын тигізу керек. Сол жөнінде мен мысалы жастарды көп тәрбиелейм. Енді жаңа өзіңіз көріп отырсыз ғой, мына балалардың дикциясын отработка жасау, оның ойын ояту, оның бәрі де оңай шаруа емес. Бірақ әрине жастар да өзінің ынтасымен с душой дейді ғой, соны воспринимать еткеннен кейін осында жақсы рөлдер шығып жатыр. Жастарға тек жақсылық тілеймін. Рахмет. Қаракөз. Эфирге құрметті шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздерге еңбектеріңізге мол табыс тілеймін.
Жапай Туткина биылғы жастар жылы, жастар жылында жастарға мол мүмкіндіктер беріліп жатыр, жастарға сол мүмкіндіктерді пайдаланып, еліміздің дамуына, болашағымызға зор үлес қосуын тілеймін. Тағы да көп-көп рахмет. Спасибо. Шақырғандарыңызға рахмет. Қысқаша айтайын, жақсы күндерде кездескенше. Спасибо большое. До новых встреч. Еще обязательно увидимся. Я думаю, что у вас еще будет много-много побед и наград. Спасибо большое. Рахмет. Арнамызға арнай уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Аңсаған армандарыңыз, алға қойған мақсаттарыңыз орындала берсін. Рахмет. Рахмет. Дорогие телезрители, оставайтесь вместе с нами. Совсем скоро мы уже познакомим вас с нашими гостями. Арнамыздан алыстамаңыздар. Таратқыш, қала және аудандарда Қостанай телеарнасының бағдарламаларын көрсетеді. Бізді барлық облыс тамашалап отыр. Сіз бізді Отау ТВ және ID ТВ жерсеріктік таратқыш арқылы көре аласыз. Біз ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм әлеуметтік желілеріндеміз. Сіздің бизнесіңіз үшін жақсы аудитория. Телефонда 54 54 44 54 23 76.
Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз. Құрметті көрермендер, біз тікелей желідеміз. Ал дәл қазір викториналық екінші сұрақты атап өтсек. Да, конечно. Қазақстандағы ең жас ұлттық музыкалық театрда атаңыз. Қайталай өтейін, Қазақстандағы ең жас ұлттық музыкалық театрда атаңыз. Егер сіз осы сұрақтардың жауабын білсеңіз, біздің байланыс телефондарымыз 54-39-04. Хабарласыңыздар, біз сіздердің жауаптарыңызды күтетін боламыз. Итак, настало время, чтобы озвучить второй вопрос нашей викторины. И он звучит так. Назовите самый молодой национальный музыкальный театр Казахстана. Еще раз повторю. Назовите самый молодой национальный музыкальный театр Казахстана. Если вы знаете правильный ответ, то звоните к нам в студию 54-39-04. И, как обычно, мы по традиции в конце нашего эфира подведем итоги и озвучим, кто же стал нашим победителем. Я дәл қазір Туамелис арнамызға келген қонақтармен таныс болсақ. Да, с удовольствием познакомлю. А у нас в гостях Диана Ракпанова, специалист Центра развития молодежных инициатив. А также Бахаджамал Аймухамбет, студент второго курса экономического факультета, а также победитель в современном вальсе. Абылайхан Раймбай, студент четвертого курса аграрно-биологического факультета, победитель королевского вальса. И Индира Кабдысалыкова, активистка, студентка первого курса факультет ветеринарии и технологии животноводства. Доброе утро и добро пожаловать к нам в студию. Хош келдиңиз, Диана. Доброе утро. Как ваше настроение? Делитесь. Отлично. Бодрое. Отлично. У нас есть вот такой вот замечательный повод. Проводили мы зиму очень даже хорошо. А у вас прошел бал. Расскажите нам о нем поподробнее. И вот таким вот прекрасным положительным призывом мы встретили весну. 27 февраля у нас прошел благотворительный бал. Этот бал у нас проводится ежегодно. И все собранные средства мы помогаем на лечение детям или детям сотрудников нашего университета. В этом году как бы мы помогали ребенку нашего сотрудника. Благотворительный бал прошел в честь Бекентаева Аята. Мальчик, как бы, ему деньги собирали на реабилитацию, как бы сейчас это уже идет на поправку ребенок. Также по традиции у нас как бы вальс, благотворительный бал начинался с трех вальсов. Это королевский вальс, современный и традиционный классический вальс. Помимо вальсов у нас были творческие визитки факультетов. И каждый год у нас благотворительный бал идет как бы тематика. В прошлом году это у нас было сказки, в этом году это у нас были времена. Получается, каждому факультету давали определенные рамки временные, и они показывали эпоху танцев, фильмы, всякие события всяческие, которые происходили именно в это время. Ну, ваш зимний бал совместил приятное с полезным, то есть это благотворительность, да. И соревнования, ну, в одно и то же время соревнования среди факультетов. Насколько полезно вот проводить вот такие вот подобные мероприятия? Ну, наш благотворительный зимний бал Кустанайского государственного университета совмещает приятное с полезным, то есть мы каким-то образом разукрашиваем жизнь студенчества наших студентов, но также мы приятное приносим человеку, который нуждается в нашей помощи, то есть это нашему ребеночку, который нашего сотрудника Кустанайского государственного университета. А как прошел бал, поделитесь впечатлениями. Был зимний бал, эти жоғарғы деңгейде өтті, благодаря Диана Булатовна және Орынбай Тахировичтің арқасында. Осы кісілердің еңбегін ерекше атап өткен жөн, жыл сайын өте жоғарғы деңгейде өтеді. Сонымен қатар, бал өте қызықты өтті, бізге ұнады. Отлично, немножечко прервем нашу беседу, у нас есть звонок, давайте его вместе примем. Доброе утро, вы в прямом эфире. Хайрлы таң, сіз эфирдесіз. Доброе утро. Хотел ответить на второй вопрос. Доброе утро. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Меня Габит зовут. Габит, давайте вы ответите на первый или на второй вопрос? На второй. Отлично. Назовите самый молодой национальный музыкальный театр Казахстана. Итак, ваш ответ. Это национальный театр оперы и балета имени Кулеша Байситова в городе Астане. Спасибо вам за звонок, за ваш ответ. Обязательно в конце эфира мы подведем итоги и озвучим победителей. Но мы продолжим нашу беседу. Индира, я думаю, что очень много мероприятий проводят. Сами мы были студентами. Какие проводятся ежегодные мероприятия и насколько важно студенту принимать участие в них? Каждый год у нас проходят такие мероприятия, вот как женский праздник 8 марта, международный национальный праздник Наурыз у нас
также проходит у нас Новый год, зимний бал, осенний бал тоже. То есть студентам нравится участвовать в таких мероприятиях. Это постоянно проходит в очень интересной обстановке, как бы, не знаю, даже активность принимает у нас хорошо довольно-таки в вузе нашем. Я думаю, что студенческая жизнь, она именно и об этом и говорит, что нужно преуспевать и в учебе, и принимать участие в различных мероприятиях. Диана, к вам вопрос. Почему именно вуз принимает такое активное участие вот в благотворительных проектах? Насколько это важно? Как бы благотворительность сейчас у нас актуальна, как бы вообще в государстве, и наш вуз не остался в стороне, как бы тем более год молодежи. Вообще студенты у нас сами идут с такой инициативой, чтобы помогать. У нас в рамках университета действует благотворительный клуб «Артемида», который как бы занимается благотворительностью. Каждую неделю они ходят в центр адаптации детей, как бы благотворительные акции совершают там против курения, против наркомании. И как бы в основном эта инициатива студентов идет, и как бы спасибо большое руководству университета, которое поддерживает эти инициативы. Это получается у нас не диктуется, а наоборот приветствуется, как бы поддерживается даже так. То есть и сами студенты, да, проявляют огромную инициативу. Да, им это нравится. Отлично, немножечко прервем нашу беседу. У нас снова есть звонок, давайте его вместе примем. Доброе утро, вы в прямом эфире. Хайрл Танкс, из эфир Десис. Здравствуйте, я бы хотела бы поблагодарить Диану Булатовну, весь Центр молодежных инициатив при КГУ. Хотела бы сказать большое-большое вам спасибо за то, что вы есть, за то, что вы организовываете такие мероприятия, потому что я сама являлась конкурсанткой вальса, и за это благодарю вас. Вот такой вот замечательный звонок, такие приятные слова. Спасибо вам большое за звонок. Я думаю, что всем здесь присутствующим очень приятно. Расскажите нам, как готовились к вальсу. Я думаю, что не все обладают талантом танцевать, да? Как проходили подготовки, репетиции? Расскажите нам более подробно. Подготовки проходили усердно, то есть репетиции были ежедневные. Мы и уставали вместе, как бы, и то, что находились в такой атмосфере, и радовались, как еще можно сказать, то, что кроме танцев мы еще пели. Вот. Танцами у нас занимались ребята, наставники, получается. Наставники это были студенты нашего университета, мы не приглашали никого со стороны. Студенты сами также проявили инициативу. У нас, например, современный вальс у нас ставила Казакпаева Жанна, это студентка 4-го курса. Королевский вальс у нас ставил Мухтаров Нурсултан и Семиханова Аиша. Королевский вальс у нас ставили Самуратов Мирас и Муратбекова Райлам. Они как бы, эти ребята, они ставили... Жанна у нас ставила 3-й год, а ребята ставили 1-й год. Это для них колоссальный опыт, который им очень понравился. И как бы все вальсы, они между собой сдружились, сплотились, как одна большая семья. Даже сейчас они ходят и говорят, когда у нас следующее мероприятие, чтобы мы также репетировали. Отлично. Влайхан, вы являетесь победителем королевского вальса. Как вы готовились, было ли сложно? Маған өте қатты қиын болған жоқ. Себебі байыл 2-ші рет қатысуым. Және де мен негізінен бимен айын алысам өзім. Осы университеттің ішінде құрылған өнер студиясында Бадри Сафа би ансамбілінде билеймін. Және де мен үшін қиын болмады. Бір айдан аса уақыт дайындалдық. Және де женіске жетем деген мақсат қойдым. Өзіме және сол мақсатқа жету үшін барынша тырыстым. Болашақта да әлі тағы қатысам деген ой бар. Отлично, вот мы видим на столе вот такие вот красивые, замечательные статуэтки. Бахачамал, вы стали победителем именно в современном вальсе, да? Насколько вот современный вальс, он сейчас популярен? И я думаю, что это для многих, можно так сказать, какое-то открытие, потому что мы все привыкли видеть, да, классический. То есть здесь королевский, современный, то есть разные виды, и как раз-таки каждый может подобрать именно то, что ему больше подходит. Ну, я считаю, что современный вальс отличается от всех других. Это в современной обработке, во-первых, и во-вторых, это сложностью исполнения. То есть в современном вальсе присутствует, например, в этом году более 8 поддержек. Хочу выразить благодарность своему партнеру, благодаря которому все было исполнено прекрасно. Мне очень понравилось. Спасибо также большое нашему наставнику, который поставил нам такой шикарный танец.
Также мы изначально поставили цель, что мы хотим победить, и если ты этого хочешь, то мы этого добились. Отлично, упорные действительно тренировки. Нужно ставить цель, да, упорные тренировки, кропотливый труд обязательно приведет вот к таким замечательным результатам. 2019 год объявлен годом молодежи. А мы все являемся этой частью, и на нас возложены такие огромные надежды. А как вы считаете, какой должен быть сейчас современный активный студент? Какими качествами он должен обладать? Я считаю, что мы будущее нашего Казахстана, нашей страны. Мы какими должны быть? Вот какой он самый вот примерный таки студент? Мне кажется, во-первых, самый такой примерный студент, он должен быть лучшим не только в активной деятельности, также в учебе. Он не должен забывать в первую очередь, что он пришел в вуз получать знания. Завтра он выйдет специалистом, хорошим специалистом. Университет для этого делает как бы многое. Также он должен быть активным, он проявляет свою активную жизненную позицию, идти в ногу со временем, заниматься также благими делами, как мы говорим. При этом он должен быть разносторонним и толерантным. Насколько молодое поколение сейчас конкурентоспособно? Қазіргі кезде жастар бейін, ондай жағынан. Жан-жақты болу керек, және де осы өзінің жан-жақтылығын көрсете білсе, қазіргі жастардың андай қойған мақсаттары айқын болу керек, және ондайларға жағдай жасалынған. Біздің университетте осы жастар үшін өте қолдау көп көрсетілген. Жыл сайын сондай-ақ бізде 10 үздік студентті тағайындайды, осы таңдап алынады университеттің ішінде осы актив белсенді студенттерді. Диана, насколько студенты активно принимают участие именно в благотворительных проектах? В благотворительных проектах они принимают очень активное участие. Вот еще раз повторюсь, у нас есть благотворительный клуб Артемида, и этот клуб у нас как бы лидирует по числу, по количеству студентов, задействованных в этом клубе. Ну, процентов, если брать в разряды общее количество университета, примерно процентов 50, наверное, там есть задействовано. И также ребятам это нравится. Отлично. Самое главное, чтобы все приходили по желанию. Да, по желанию. Никто никого не заставляет. Да. Пахаджамала, вот вам вопрос, можно так сказать, не по теме. Верите ли вы в астропрогноз? Ну, вообще, я не верю ни в какие приметы, ничего подобного, в астропрогноз тоже. Ну что ж, может быть, мы сейчас посмотрим рубрику «Астропрогноз», и у вас немножечко поменяется мнение. Дорогие телезрители, а прямо сейчас мы узнаем, что же сулят нам звезды на сегодняшний день. Арнадан алыстамаңыздар. Овны, отдавайте предпочтение непродолжительным деловым встречам, поездкам или визитам. Тельцы, день подходит для посещения косметологов и парикмахеров, вы останетесь довольны результатом. Близнецы, день подходит для решения по-настоящему сложных вопросов. Раки, планируйте свой день самостоятельно, в итоге сумеете справиться со всеми заданиями, хотя и закончите несколько позже, чем рассчитывали. Львы, близкие могут забыть о том, что вам обещали, поэтому если вам что-то действительно нужно, напоминайте об этом. Девы, не будьте скромными и стеснительными, задача сегодняшнего дня в том, чтобы вас услышали. Весы, в этот день могут быть недостаточно практичны, вам потребуется помощник, который укажет на ошибки и поможет исправить их. Скорпионы, специалиста, который вам сегодня понадобится, следует искать среди друзей и знакомых. Стрельцы, отдавайтесь полностью тому делу, которому занимаетесь. Не нужно ни на что отвлекаться или рассчитывать, что справитесь с чем-то еще. Козероги, вы о чем-то договорились, что-то для себя решили, но не смогли это осуществить. Самое время попробовать еще раз. Водолеи, день отлично подойдет для увеличения нагрузок, причем в самых разных сферах вашей жизни. Рыбы, не упустите шанс, сосредоточьтесь на возможностях, которые так и норовят пройти мимо.
Я құрметті көрермендер, біз тікелей желдеміз, біздің байланыс телефондарымыз 54-39-04. Ал дәл қазір әңгімемізді одан арқарай жалғастырсақ, осындай іс-шараларға қаншалықты жиі қатысасыздар? Мен өзім университет қабырғасын 2011 жылы аттаған болатынмын. Сол кезден бастап өзім жан-жақтылығымды көрсете бастадым. Барлық іс-шараларға өткізілетін толығымен қатысамын, атсалысамын. Енді алда келе жатқан осы 5-6 наурыз күндері, осы 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арналған іс-шара өткізіледі. Сол жерде билейтін боламыз біздің Бадрисафа би ансамблі. Бірінші курстан бастап осы кез келген іс-шараға қатысып келемін, барлығына өзімнің белсенділігімді танытып, соның есесіне осы биылғы жылдың қорытындысы ретінде, 2018 жылдың қорытындысы ретінде ректордың жаңа жылдық кешінде үздік 10 студенттің қатарына кірген болатынмын. Яғни белсенді студенттердің қатарындамын. Құттықтаймыз. Отлично, поздравляем вас. Я думаю, что активный студент, он должен быть разносторонним. Чем вы занимаетесь в свободное время? Какое у вас хобби? Если взять лично меня, то у меня есть своя музыкальная группа, я занимаюсь музыкой. Также посещаю кружок в нашем вузе, называется «Студия Унир», что также мне помогает проявить себя в музыке. Вот. Также занимаюсь дебатами. У нас в нашем прекрасном вузе есть клуб, дебатный клуб «Ахмед Турпахтаре». Вот, и... Мне это очень нравится и приносит мне удовольствие. Как отлично. У вас не только идет интерес в одном направлении, то есть вы проявляете себя в разных направлениях. Бахаджамал, чем вы занимаетесь в свободное время? Так как я являюсь профлидером экономического факультета, вместе со своим студдеканом в свободное время мы собираемся с активом. То есть мы проводим чаепития, дальше мы играем игры, то есть мы сплачиваем наш коллектив. То есть в свободное время мы проводим вместе. Отлично. Аблайхан у нас танцует, да? Ага. Диана, вы чем занимаетесь? Я занимаюсь... Основная деятельность у меня как бы вот работа, работа со студентами, а так я по совместительству еще магистрант, поэтому у меня как бы свободного времени, в принципе, мало остается. А насколько сложно работать со студентами? Поначалу я тоже думала, что это сложно, но сейчас каждое мероприятие мне доказывает это обратное. Как бы я сама была активисткой в вузе, мы состояли в высшем студенческом совете, и как бы мне это очень легко. Также у нас команда очень слаженная. Благодарю, мне кажется, каждого члена высшего студенческого совета за это, за их колоссальную поддержку, поддержку нашему центру развития молодежных инициатив, нашему заведующему, начальнику управления, проректору. Как бы легко работать, потому что коллектив хороший, и тебя люди понимают, и они, самоотдача идет, колоссальная самоотдача и со студентами, и от руководства. Отлично. Индира, мы знаем о том, что вы для нас приготовили песню. А что за песня? Сегодня я спою песню «Желаю» Яна Ваенга. Просто она такая теплая, атмосферная. Хотела бы всем пожелать счастья. Ну что ж, просим вашу песню. Солнце ярко светит, и смеются дети, им рука об руку, идем с тобою рядом, и говорить не надо, хочу, чтоб были рядом, любимые и вся моя родня. Желаю, чтобы все были здоровы, и чтобы над вами сияло солнце ярче, чем на Мадагаскаре, чтоб до 100 лет жили, чтоб гуряне знали, и чтобы ваши дети нас радовали. Спасибо большое, у вас очень красивый голос. Спасибо. И за такое вот прекрасное настроение. Благодарим вас, что пришли к нам в студию. Хочется вручить вот такую вот замечательную книгу. Оставьте свои пожелания нашему телеканалу. Но сейчас просим ваши утренние пожелания нашим телезрителям. Желаем всем хорошего настроения, начала новой недели, чтобы эта неделя прошла плодотворно у вас. И всего самого наилучшего, не болейте. Отлично. Шақырғандарыңызға көп-көп рахмет. Барлық қазақ еліне қайырлы таң деймін. Рахмет. Сау болыңыздар. Спасибо большое за приглашение. Хочу сказать, верьте в себя, и у вас обязательно все получится. Индира. Большое спасибо за приглашение. Все было очень
атмосферно, тепло. Что хотела пожелать? Просыпайтесь с хорошим настроением, делайте добро, и пусть ваш каждый день будет продуктивным. Спасибо большое. И вы просыпайтесь каждое утро с хорошим настроением, настроем на отличный плодотворный день. Мы желаем вам творческих успехов. И чтобы мы снова встречались у нас в студии только по хорошим поводам. И мы будем рады вашим наградам. И я думаю, что у вас все еще впереди. Пусть ваши мечты обязательно исполнятся. Рахмет. Арнамызға арнайы уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет. Сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Әр күндеріңіз жақсы болсын. Дорогие телезрители, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Совсем скоро мы уже с Аматом подведем итоги нашей викторины и озвучим, кто же стал нашим победителем. Я құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар. Аздаған уақыттан кейін викториналық сұрақтың жеңімпаздарын анықтайтын боламыз. Өзгелерден сені қызғанамын бағым Бар болғанына мен қуанам Білмейсің бірақ Жүргейсің жырақ сағындым Сені сүйдім Ғашық еттің мені қатты-қатты сүйдім Күндіз түні сені іздеймін Білмейсің бірақ Жүргейсің жырақ Өмірдің мәні-мәні Тағдырдың бағы-бағы Жаным ау бәр өзің Жүрегім лүпілдеп ұғады сенде Мүрсіледі сенде Сені ғана өздеп Өздеп сен ол жүлдейді Бүлінейік бірге Қуанышты күйге Қыз алмашы сен келші Мені-мені I'm
Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Дәл қазір Томирис викториналық сұрақтың жеңімпаздарын анықтайтын сәт келген сияқты. Ендеше бізде бірінші викториналық сұрақ ол қоғам назарынан тыс жерде ғана ең үздік өмір баяндар жазылады деген қанат сөзінің авторын атаңыз деген. Бұл сөздің дұрыс жауабы Августо Кури роман бестселлер «Покупатели мечты». Ал екінші сұрақ Қазақстандағы ең жас ұлттық музыкалық театрды атаңыз. Бұл екі сұрақтың жауабына Роза және Ғабит Мұрза, сіздер дұрыс жауап бердіңіздер, сіздерді құттықтаймыз. Сыйлықтарыңызды арнамызға келіп алып кетсеңіздер болады. Ну что, настало время подвести итоги нашей викторины. Мы озвучили два вопроса. Кому принадлежит цитата «Вдали от взглядов общества» пишутся самые лучшие биографии. Итак, автором данной цитаты является Августо Кури, а также роман-бестселлер «Покупатели мечты». И второй вопрос. Назовите самый молодой национальный музыкальный театр Казахстана. Театр оперы и балета, носящий имя выдающейся актрисы и оперной певицы Куляш Байсеитовой. А у нас есть два победителя, Роза и Габит. Мы вас поздравляем, вы становитесь победителем нашей викторины. Свой приз вы можете забрать по адресу Альфараби 126 в течение всего дня. Я, құрметті көрермендер, бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ал дәл қазір кезекте әсем әуенге береміз. К сожалению, наш эфир подошел к концу. И каждое утро с понедельника по пятницу встречайте новый день вместе с нами. Мы будем этому очень рады. Это утро встречали с вами я, Томирис Рыспаева, и мой соведущий Самат Ерсаинов. Мы не прощаемся с вами, а говорим вам до новых встреч и желаем вам хорошего настроения. Солудай, ай, мәңгіле, қолстасын жүрсекен ғай.